Николаевну признать виновной в смерти 180 крепостных душ. Неужели правду про тебя говорю? Где же вы были раньше? Это не важно. Теперь я здесь. Верни мне мою молодость. Верни мою красоту. Дай мне его. Это можно, госпожа, но нужно время. Мне нужно сейчас, этой ночью. Сумасшедшая, ты оглянись вокруг, во что ты себя превратила? Верни мне это чертово письмо, не больше не увидишь меня никогда! Что происходит в вашем поместье? Ты не человек. Накажи ее. Она и сама знает, что виновата.